Всех приветствуем, друзья! Приветствуем! Ты дал время, чтобы я могла поздороваться. Я привыкла, Да, что ты да. говоришь и говоришь и говоришь. Друзья, Виктор сегодня обещал какую-то такую карту. Говорит, будем совсем рядом, будет так классно, Я будем от надеюсь, всех по старой памяти вроде отбиваться. так было. Я уж прям заинтригована. Так, если вы хотите сыграть в Age по сети, и каким-то чудом вы находитесь со своим оппонентом в одной локальной сети или играете в одной квартире, к примеру, но с двух разных компьютеров, то все, что вам нужно, это выбрать сетевую игру, LAN прямой IP, ввести свой псевдоним, там, к примеру, 222, это Ольгин псевдоним мой, обычно 111 идет. Окей, нажать, создать игру. Здесь вы можете видеть игры, которые есть, но их, скорее всего, нет. Потому что локальная сеть, если вы ничего не создадите, у вас ничего и не будет. Тот, кто создает игру, он ее создает, а второй просто нажимает присоединиться. Ждет, пока первый оформит игру. Угу. Первому что нужно? Ну? А, слушай, а вот можно ввести внизу прямой IP, это, наверное, есть игра по интернету уже, а не по локальному. Ну, если ты знаешь IP своего оппонента, да, то в ну, принципе мы так да, но никогда только это вроде не делали, да? Или ты когда-то делал такое? Пробовали когда-то делать, когда играли не в локальной сети, а и как было? Я уже не очень помню. Долго настраивать, и не всегда работает. Там есть свои определенные нюансы, как определить IP-адрес, учитывая, что у нас динамические IP-адреса провайдеры выдают и так далее. То есть, ну, что тут углубляться в эти все цифры и в эти все вещи? Ну что, мы уже привыкли играть в шестером. Попробуем еще раз. В шестером. Да, присоединяюсь. 8 выбрать противников. А, в смысле, нет, против это нас будет, четверо. Будут большие тормоза. Давай пусть будет 6. Ну, давай. 6, а карту я хотел. Ох, так, где же эта красивая так, и классная карта? Мне Один понравился, я продолжаю быть скандинавом. Кстати, заметь, Тор уже не тот молодой красавчик из фильма. Впрочем, как и Локи. Постарел, Брюх. Какие-то они... Не, ну, такие. Не помню совершенно эту карту. Где же ты, где? Это, по-моему, была пустыня. Или долина царей. Или что там на второй? О, это вообще темная карта, не надо нам такую. Внезапная смерть, не она. А то еще умрем внезапно. А может и она? Нет, не она. Слушай, я такую карту обещал, и все из головы вылетело. Ну, давай выбирай, какая тебе, не знаю, нравится. Первая, какая в голову придет, и будем играть. Я очень, кстати, надеялась, что мы сегодня с вначале тобой ваши будем... крестьяне разбросаны по карте, вам придется найти и занять поселение за отпущенное для этого время, пока боевые действия невозможны. Ух ты, интересная карта «Кочевник». Хочешь попробовать? Она немножко похожа на Винланд с одной той разницей, что на самом-то деле... Не надо никуда плыть, вроде как. Да, ну, давай смотри, попробуем. Я, кстати, думала, что сегодня скандинав, как я, будешь солидарен. Ну, если хочешь, я не заставляю. Так, воды отсутствуют, источники воды, это карта. А тут что? Ты сложность царей. Игроки одной команды владеют общим городом, а все золото на карте охраняется... Мигдолами бандитов. Игроки одной команды владеют общим городом. Ух ты. И как мы будем его делить между собой? Как у нас будет с постройками? Ну тогда проще действительно, наверное, выбрать одну расу. Потерянный игрок покидает карту. Так. А, вот то, что я хотел. Это мегалополис. Союзники начинают игру рядом, вместе обороняют свои позиции. В общем, мы нашли три интересных карты. Давай, наверное, сначала выберем ту, которую я хотел. Давай, давай. А потом будем играть с другими картами. Ну что, да, случайно. Случайно. Случайно.
случайно. Надеюсь, враги попадутся не атланты, потому что атланты как-то менее сообразительны. Угу. Более сообразительными все-таки являются другие расы. Но я не хочу ограничивать, допустим, воевать только против египтян. Я хочу, чтобы ты был скандинав. Давай, мы же Витька Норды, мы же Скайрим. Давай скандинавов. Витька, давай. Так, я врага сейчас выставлю. Египтяне. Давай всех. Ох, я их буду ненавидеть, конечно. Давай каждого по одному, чтобы поровну. Скандинавы. И атланты. Так, ты хочешь, чтобы я был тоже скандинавом? Да. Тора ты уже выбрала. Да, Один я. А, ты Один? Один да Один, Один да Один. Интересный выбор. Больше тебя, не будет, кстати. Как 21. Локи, выберите да. воина противника, чтобы видеть его глазами. Или Тор, это дополнительно Золотишко. Вот Золотишко это, конечно, хорошо, но Локи, по-моему, мы еще не видели. Не Давай, помню. Давай, Локи. Ну, бери. Сложность залющим. Тяжело. Я уже Пошел. Чуть было не поставил Титан. Карта открыта. Позволить обман нет. На тебя нападать не буду. Ты на меня тоже не нападай. Угу. Превосходство, завоевание, сценарий, смертный бой, молния. Ну, давай как тут всех уничтожить. Не? Превосходство, хорошо. Выбрать карту, создатель 1-1-1. Так, это все правильно. Ну что, стартуем. Готов? Давай. Да. Вот такая вот возня в самом начале произошла, но без возни не бывает хороших решений. Ух как, ух как. Я, кстати, тут Виктору рассказывала, что мне больше всего нравится в Эйдже. Вот для меня лично. Это все-таки не так сражение, как... О, какое красивенькое все. А, кстати... Вот Стихан. Так вот. Да, это так делается. И что это ты сделала? Ну, увеличила количество еды. Ага. Так, что-то у меня... увеличила количество еды? С голосом, Блин, да. я ж хотел открытую карту. Ну как так? Что я да, такого кстати. Не поставил опять? Ну ладно, не будем знать, откуда враг. Так, добываем нападет. Еду. Так, строим храм. Яу. Поживее, строим, поживее. Строим, добываем. Стороннее его лучше построить. Вот так. Да, да. Так. Хверитар. Мне это не нравится. Мне нужно чаёчек для согревания голоса. О, ты совсем рядом возле меня. Это приятно. Да, вот так, это мне нужны горняки. Хорошо, и в чем плохо в этой карте, Блин, что мы очень нет. рядом. Ёлки зеленые. Где мы теперь остались? Дружище. Ага, понял, нам надо сюда. Золото не растет. Наша безопасность находится. Скипан. Так. Что там у тебя с голосом? Да что-то у меня, не знаю, голосишко барахлит. Крестьян, я несколько построил. Вот только и разведчика нет. Так, еду я добываю. А разведчик, ты говорила, у нас птицы какие-то разведают? Или это у тебя? Да, 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 у нас птицы появятся. Когда? По две птички, периодически появляются. Ну вот возле твоего города. Следи, туда-сюда и появятся. Ну, у меня, во всяком случае. Хверитар. Так, вы, давайте, заработайте мне на гномов деньги, то я первым делом храм построила, Скип. Деньги потратила и все. И ничего нету, да? Да, так, и давайте убивать. Нет, о, не моя отлично, Скип. Гнома. Интересно, для искусственного интеллекта действуют те же самые правила, что для нас? Он ничего не видит или он все видит, а мы тут как слепые котята бродим? Ух, еле живой. Так, давай, еда, еда. Пища. Пища. Пам-парам-пам-парам-пам-пам. Так, кстати, да, нужно расследовать все. То, что я стала на месте и думаю, что все. Потому что птицы-то еще не появились, а мне уже нужно знать, что, где, как. Не тебе одно, я бы тоже... Хотел бы узнать. Ну вот, я нам чуть-чуть открою территории.
Так, погляжу. Фонтанчик создадим, его будем оборонять, и так сможем выжить. У тебя фонтанчик будет? Да, вот тот, который исцеляет. А у меня такого не было? Или я так и не построила тогда? Только его нужно будет. Это чудо. Одно из чудес. О, овечки! Чур мне. Овечки, да забирай. Я свои три уже привел. А то я тут бегемотов, на бегемотов нападаю каких-то, они такие злющие. И злющие, сильнющие. Так, ну что, перехожу. В этот раз попробую лесной пожар с валькириями. Давай сюда, дружище. Нашел еще одну овечку. Так, и, конечно, нужно будет уже добывать древесину. Древо. А что ты можешь сделать? Ты уже золото добывай. Так, я нашла сады. Без карликов будет сложно. Здесь можно отгородиться стенами от врага, конечно. Так, ты стены от врага. Так, добываем. Но очень хочется заказать и карликов тоже. Давай. Так, мне нужны еще гномы. Сюда. Так, еще мне нужно... Люди, которые будут рубить. Так, кто-то гуляет. О, птички появились. Видишь? Птички появились. А у тебя нет? Нету такой птички. У меня две раз такие аж подлетели на скорости ко мне. Отправляй и пусть занимается разведкой. Мега быстро. О, валькирия моя. Пару домов построить. А ты, дружище, ну что, можешь ждать пока. Так, пока я древесину себе не строю, то у меня... Овечки. Так, и мне нужно построить... Ты не строишь? Кого? Так. Мне нужно... Сейчас. Да приходню своего дядьку, который мне построит дома. Блин. Давайте, ребята, стройте. Мне и еду надо добывать, и улучшать тоже все. Скорость добычи. Вау. Смотри, какую я форму на карте рисую. Ну, так птицы расходятся. Надел я тут этих повозок на свою голову. Давайте сюда тогда одну отправим. Наперед. Хверетар, са. Так. Еда. Хорошо. Еда у меня неплохо идет. Так. Ты пока выполняй функцию разведчика. Территорию. У нас тут есть озерко, которое будет частично нас защищать. Тебя, во всяком случае. Меня? Про стены тоже не забудь. Стены очень важны. Да-да-да-да. Кстати, зеленых нашла, как ты видишь. Яу. Молодец. Не, так птицы смешно круто. Вот бы они воевали друг с другом. Вот бы. Ой, что это? А, это на мою птицу нападают. Кыш от моей птицы, нет. Не убивай. Реликвии еще не видела? Ни одной? Как-то вроде не заметила. Вроде нет. А, вот, а нет, это мое плывет. Летит. Нет. Одно золото вижу на карте. Реликвы обычно белым обозначаются, да? Так, вы. Давайте, золото. Так, хорошо. Строим, пока к нам не пришли. Так. Построим. Мне нужно следующее строение. Где-то там есть арсенал. Так, ребята, мы что-то остановились. А что остановились? Идите, золото добывайте. Так, и будем, наверное, сейчас уже понемножку.
Скипан. Что вы можете лес рубить? Я? Лес. Тимбурсвейт. Тильбуин? Тимбурсвейт. Так. Кто что делает? Ты. Яу. Эй, ты. Яу. Яу. Арсенал-то у меня строится. Надо воина построить. Херсира. Героя. Тильбуин? Яу. Нет, Карл, пусть работает. Ты мне нужен. Ты мне нужна для того, чтобы добывать пищу. Иди, отнеси это сюда. Жалко, реликвию не вижу. Вот я тоже самое могу сказать. Не хотелось бы, чтобы нас в этом плане опередили. Так, как у меня с древом? Нашел два центра. Так, мне уже нужно все-таки еду добывать. Лесные очки. Что дает, не знаю, но сейчас посмотрим. Где мне эти дерева? Ох, еду лучше строить. И первую небольшую армию создам. Так, еды не хватает. Скипан. Яу. Так, где кого убивают? Яу. Птицу мою убили. Так, вторая птица. Яу. Сюда. Не выжила. Да. Птичка, иди-ка ты, дружище, построй-ка мне тут домиков. Разведчики всякие. Кто это тут летает такой? Вот гадина, все. Это все про нас разнюкал. Скипан. Сат. Яу. Самсих. Сат. Ел. Сат. Яу. Это вам тут. Скипан. Это вам тут. Так, хорошо. Арсенал у меня есть. Ты, строитель, иди сюда. Кто у меня тут еще? Я могу, конечно, войска создавать, но еще пока рано. Еще. Как будто на этой карте реликвий нету. Так, применил меня... враг стрелу против кого-то. Мне кое-что нужно. Скипан? Мне нужно переходить в следующий поход, для этого мне нужна еда. Для того, чтобы у меня была еда... Так, это дровишки быстрее пиляют. Что такое? Яу. Яу. Пища. Больше пищи. Очень много пищи мне нужно. Хочу их убить. Хверетар. Яу. 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 Тильбуин. Яу. Тильбуин. Евейл. Так. Скоро. Скоро. О, египтянин стены строит. Понятно, нападать не так, будет. Так, мне тоже нужны стены. У меня золота достаточно. Могу строить стены. Вы вдвоем. Давайте строить. Где ты хочешь мне предложить? Между озерами и лесом, например, для начала, да? О, я приведу армию египтянина к его врагу. Стравлю. Да, строй стены, я сейчас тоже буду думать в этом направлении. 800 пищи только добуду. Начну переходить в следующую эпоху. Угу. Займусь строительством стен. Скоро буду строить стены. Хотя бы здесь вот отгорожу. Стройте, стройте. Так, что мы выбираем? Ходячие деревья, горящее оружие, боевой кабан или горный великан. Давайте боевого кабана, горного великана.
Ольга нам уже показывала. Я тут еще что-то покажу. Так. О, еды почти достаточно. Угу. Построим вот так вот. Квертар. Так, строю с одной стороны. Карлики Скипа. Очень эффективно добывают еду. И потом пойду карлики? Ну, гномы. Золото, наверное. Квертар. А, золото, золото, да. Это я думаю, что такое? Он мне неправильно сказал, они, оказывается, еду добывать должны. Something. Вот думаю, куда-то обманул. Я-то и нет, все нет, время нет. Золото. Something. Так, вы оба. Давайте. Ага, тут ты построил ворота, да? Так, ну еще нужно где-то здесь, после леса. Себя отгораживай. Отгораживай, отгораживай. Так, у меня. Skip. Так, готово, наверное. Угу, для перехода в следующую. И я беру ходячие деревья, потому что они мне очень сильно понравились. Бери. Так, ходячие деревья Фейрифа. Беру. 250. Так, Са. Вот это беру. Так, новый разведчик, иди сюда. Мне еще тут один разведчик должен появиться. Пока нету. Пока что его нет. Так, Скипа? Посмотрим. Скипа? Вы вдвоем. Иди-ка тут создай еще место для еды. Тельбуин? Скипан. Ег вил. Ты у нас не гном. Скипан. Твоя задача будет в другом заключаться. Тельбуин? Строит, строит. Золото добывайте. Скипан. А лучше рубите лес. Каноничейная? Кто тебе не нравится? Давай сюда. Ты про что? Что ничейное? Да тут возле меня оказывается еще один центр города, который я бы могла захватить. Забирай, забирай. Такое всегда пригодится. Так, я не поняла, где-то воюют. Я верю. А? К тебе пришли, что ли? Подожди, не поняла. А, нет, мы птицу зажрали. Я увидела территорию малинового. Но птицу ну, мою если съели. Что скажешь, я буду готов. Хорошо. Отправить к себе хотя бы кого-нибудь. Сейчас буду наращивать свою армию тогда. Ой. Исчезла возможность сделать ворота. Скип. Золото не стало, что ли? Да, не-не-не. Не, просто возможность Квертар. Исчезла такая. Наводишь на врата, на одних есть. И ничего не можешь сделать. А на других нет. Да, ну, типа как яу, какой-то. Яу. Так, Карлик, я перешла. Стоите? Теперь мне нужен новый товарищ. Прямо таки вот этот Скипан? Вот. Который будет мне строить рынок. Дальше нужно улучшать добычу золота, к примеру. На что хватает, на то и улучшаю. И еще мне нужно несколько гномов, которые будут работать здесь. Еще мне нужны новые дома. Но я строю сейчас один центр. На всякий случай. Да, золотишка что-то мало. Яу. А ну... Карлики или как вас там? Лучше. Что вы слабые? Или я потратил всю золотишко свою на построение? Так, больше нет у меня. О, появилась возможность сделать ворота. Наверное, просто из-за того, что улучшалась стена, как раз то так получилось. Эх, так, чего там еще? Не хватает. На то на сём. Яу. Еще добавим этих самых карликов. И стену улучшим. Яу. Так. Готово это. Мне Яу. Нужно очень много гномов. И также мне нужно рынок построить. Застраивай там еще одно поселение. Нет, что это? Убегаю. Егби. Что там, к тебе армия идет вражеская? Жесть.
Бегай, боже, я... желтый, малиновый, я как раз тут стену построила. И не достроила до конца. Вот кошмар какой-то. Веду свой боевой отряд. Сейчас мы его прогоним. Не переживай. Нам бояться не о чем. Мы сейчас все проблемы решим. Вот, елки, давайте, давайте, идите воевать. Я деревья оживила, сейчас они будут воевать с этими. Ой, как они быстро убивают. Где мои красные помощники? Стоп, где? Не, маны сейчас возьму наконец-то. Может, я не там, конечно, строю, но... Совместными усилиями мы их уничтожили. Теперь прячь свои войска за стены. Переходим в следующую эпоху. Так, поремонтировать. Да, они меня немножко притормозили. Я ж забыла, что я хотела. Так. Так, так, так. Так, так, так. Мне нужно еще больше золота. Куда тебе столько? Золото постоянно нужно. А сколько тебе нужно золота? Я хотя, конечно, не предлагаю, у меня у самого золота не так уж и много. Ну вот и молчи. Хверифар. Мне самое главное пищу делать. Так. Первая моя армия немножко проредела. Так, мне нужен рынок. Рынок я построю где-то здесь, скажем. Может, это не самое лучшее место. Так. И давайте займетесь лесорубством. Так, работает. Ты, давай, рынок у меня уже строится. Что же это такое? Построить. Что бы такого построить плохого? Иди убей этого льва, он тут будет нападать на моих. Все. Явно. Максимум, что там еще творится? Так, деревья справятся. Вроде справились. Так, ты освободился. Иди доремонтируй дом. Тут мне нужно пару верблюдиков. И будут ходить они в твой дальний город. Да, пусть ходят. Дальше. Я готова для перехода в эпоху. Для этого мне нужно еще золото. Почти готово. И еда почти готова. Так, теперь сейчас, как только перейду в эпоху, буду войска делать. Угу. Так, и строй форт на холме тоже. Форт побольше их строй, потому что они стреляют и атакуют форт врага. Форт. Да, горный форт. Горный форт. Ну да, да. Огромный такой, с древесиной и золотом. Да, 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 да. А где его строить? За пределами или в... рядом со своими крестьянами, чтобы они защищали их. Крестьянами? Ну, чтобы форт защищал их, да. За стенами или внутри стен? Внутри стен. Видишь, я вон строю рядом с тобой, а ты тоже... Ты строй, обстраивай территорию, чтобы эти форты, они как бы загораживали, мешали врагу нас атаковать. Яу. Угу. Они как башни. Будут защищать нашу территорию и отвлекать врага, если он сюда придет. Яу. 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 Темпершвейд. Темпершвейд. Так, а вот ты что тут затесался? Мелкий, ты должен золото добывать. У меня звездная болезнь. Ты посмотри, что я там наделала. Со стенами. Я просто обкоротила свой форт. Ничего такого. Молодец.
Просто нужно было выполнить работу, не более, не менее. Просто нужно хорошо, было... Хорошо, чтобы удалось уцелеть. Закрыть любой доступ врага. Да. Так, и оно работает. Все улучшено. Все, можно переходить в следующую эпоху. И это, конечно же, волчата. Переходит. Так, кстати, свои войска нужно бы поближе сюда подставить. Так, еще один такой вот... А что вот этот горный форт он делает, кроме того, что он стреляет, наверное, да? В нем можно определенного рода войска нанимать. Войска, значит. Так, это будет все сюда идти. Это будет все сюда идти. Так, и, кстати, можно кое-кого... Золото у меня. Если тебе нужно золото, у меня оно добывается просто нереальными темпами. Я хочу сейчас запас по золоту сделать небольшой. Золото тебе нужно? Ты никогда не откажусь, если есть лишнее, конечно. Ну, это чтобы у тебя просто потом проблем с ним не было. Может, ты что-то сможешь сделать полезное. Например, еще стены построить или что-то такое. А, да, тут можно переносной таран, ярл, хускарл. Боже, ярл и хускарл, это родная мне тема. Ну вот, значит, ты попала куда надо. Так, конница эффективна против мифических созданий и противодействие лучникам. Пехота эффективна только против мифических. Застраивай еще один центр. Да, сейчас еще один центр. Давай, я застрою. Я застрою, не трожь мой центр. Сейчас сделаю. Так, все. А у тебя сколько центров? Ну, это мой третий, получается. Ну, застраивай, значит, будешь упорно войско делать. Да, я с удовольствием. Так, кстати, я могу... Стены еще у меня не улучшаются? А почему нет? Ну, ладно. Больше, наверное, и не улучшатся. Так. На титанов буду копить. И еще мне нужно... Что за... Что за? Прятать? Я правильно делаю? Нет, все нормально. Это сила одна для быстрого перемещения, скорость мифических созданий улучшает, а вторая это заморозка армии. Они друг с другом воруют просто. А, понятно. Фух. Я уж. Я уж нам перепугалась, нечего. Думаю, надо. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это дело. Мне нужна древесина. Так, ты иди сюда. Ты тоже уходи сюда, иди. Так, тут у меня. Хорошо все делается. Тут у меня стройка идет. Дальше. Ты у меня что-то строишь. Улучшать. Древесина нужна. Значит, мне нужны люди, которые будут добывать лес. Люди, которые будут добывать или лес. Или сюда лучше. Да, тут этот лес. Лесорубы. Так, сюда подвинуть нужно. Так, и нужно еще бы... Так, птички у меня появились. Одну в одну сторону, другую в другую сторону. Полетели все. Так, могу огороды улучшить. Сделала. Дальше у меня гуляют люди. И побольше сделай крестьян, раз у тебя сейчас, больше сейчас, центров. Сейчас, сейчас. Так, у тебя золото, золото. Золото нужно тебе? Я, нет, ну как, нет, у меня хорошо с золотом. Лес, меня... еда. Все, лес можно. Вот это у меня такой богатый. Ну так я всегда первый упор делаю на канал. Я как минимум создаю. Ну. 50 или 60 крестьян. Где-то так. Да я знаю, тоже стараюсь пройти. Максимум нужно создать. Сейчас обстраиваю свой этот самый конгломерат. Постройками, которые будут атаковать врага. Мне это слово определенно нравится. Так. Че вы гуляете? Скипа. Видишь, я вам тут все твои эти самые обстроил. Сейчас башенок возле тебя настрою. Something. А, где это? А, опять мою птицу убивают. Так. Угу. Руби. Так, а вот и... Поставим это дело тут. Я башню, конечно, настроил, даже, наверное, сверх меры. Так, сверх меры. Кое-что я хочу еще построить, это...
Раз. Два. Не придется нам обороняться так, как я думал это делать. Нет. Угу. Видимо, враги ушли в защиту. Что-то как в прошлый раз, да? Тоже так. Вроде ж сложность я поставил на сложное. Да. Тяжелое ты поставил, да, как да. Там оно называется. Так, деревесинку они добывают. Хорошо, молодцы. Посмотрим, возможно, что еще. Титаны. Так, мне еще бы вот это вот, наверное. Something. Где его лучше поставиться? А, тут не влезет. Skip. А где нас будут атаковать? Так, друзья, идите рубить лес. Лес у меня самое слабое место. А, вспомнила, что хотела. Длинный дом. Тебя я защитил. А, я знаю, знаю. Вот почему называется в Скайриме тоже есть длинные дома ярлов, да? Угу. Ну что, давай, наверное, на этом закончим данную серию, а продолжим уже в следующей. И, наверное, будем в следующей серии уничтожать наших противников. Давай. Раз они к нам не идут, я мы не пойдем. Против. Друзья, мы с вами попрощаемся и до следующей серии. Пока-пока.